Послушай, сегодня я хотел бы подарить тебе нож за 25 тысяч рублей. Для того, чтобы ты его выиграл, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк, включить колокольчик и писать чем можно больше комментариев от 5 слов. Конечно, указав ID ВКонтакте или Телеграм, чтобы я с тобой связался. Выполнять все условия нужно под всеми роликами, где есть розыгрыш. Ведь именно в них я рандомно выберу человека и отдам нож. 600 рублей баланс на MyCSGO. Это значит, что прямо сейчас я хочу дойти до ножа. И да, как ни странно, я не хочу пойти до обычного ножа, потому что моя цель — это нож Сафир. Бабочка Сафир за 1,5 миллиона рублей. И я понимаю, что ты мне скажешь: пред, ты что вообще ебл? Да, это я. Поэтому я хочу попробовать это сделать на самых обычных кейсах. Давай честно, перед началом, сразу же, если ты будешь играть на этом сайте, здесь есть супер имбалансный промик и этот промокод папа. Он дает плюс 30% на абсолютно любую сумму. Все, начал болтать, начал лыкать. Значит, кто-то вспоминает. А если быть конкретней, промокод папа даст тебе плюс 30% на абсолютно любую сумму. 1000 рублей умножается, и ты получаешь 1300 совершенно бесплатно. Просто за то, что ты взял и написал мой промокод. Помимо того, что это дает тебе самый большой бонус, больше сайт тебе не даст, чем 30%, он тебе еще и окупит. И что может быть лучше, чем закинуть десяточку, окупиться и поиграть, получить 3000 рублей бонусом? Имба, имбуля страшная. Ну а мы начинаем. 600 рублей. Сразу сходу. Ну давай сделаем так. Если уж нам нужно раскачать баланс, я предлагаю пойти в майнинг кейсы. От и до проверить исключительно их. Коллекция азимов, пожалуйста, 123 рубля. Чем уникальны азимов кейсы? Тем, что ты можешь открыть, например, на 123 рубля, как это собираюсь сейчас я сделать. И самое главное — окупиться. Да, я понимаю, что возможно это будет очень тяжело, но у нас сейчас около 5 попыток. Попробовать крутануть и окупиться на... ну, на 123 рубля. А как пойдет, я уж не знаю, поэтому первое открытие, как обычно, блин, комом, но ничего страшного. Со второго открытия, может быть, что-то и выпадет. Нам на самом деле вот просто упадет какая-нибудь азимов, будет уже обалденно, будет уже супер классно. Две азимов пролетают. Нет, подожди. Если сейчас ты так дальше будешь окупать, мы вообще никуда не уедем. Еще 3 раза откроем, нам ничего не падает, мы в дерьме. Надо хотя бы, чтобы одна азима пала, азима павик пролетает и вообще ничего не падает. Подожди. Значит, я ну его нафиг ливаю с этого азимова и поехал в хайпер. Будем пробовать достать хайпер. По сути, мне нужно один раз, чтобы меня окупило, пожалуйста, мой CSGO хоть что-нибудь дай, чтобы я не слился в ноль, а то мне будет пипец как обидно. Не дает. Вот веришь, нет? Вообще не дает. 131 рубль? Вообще. И это последняя попытка. Если он сейчас меня не окупает, все. Это слив, и мы проиграли. Вообще все мимо. Вот ты представь, вот как может быть так, что я потратил 600 рублей, и мне ничего не выпало. И у меня 20 рублей на балансе. Я только что сидел и говорил о том, что я хочу получить, ну извините меня, ну уж очень хороший дроп, по факту меня просто скамнуло. 8 рублей полетели, открываем один кейс в надежде, что нам что-то выпадет. Но нам ничего не падает, и мы будем, ну, пробовать еще раз. И еще раз. Кстати, хотя нет, 12 рублей это окуп. Какой самый дешевый кейс на этом сайте? 0.20. Просто интересно. Бесплатки мы открывать точно не будем, бонусные кейсы. Если у нас их просто нету, наши сборки. Ну не знаю, давай нашу сборку крутем на один разок. Кстати, Легион Анубиса в живом цвете — это довольно-таки хорошие скины. Попробуем оку... Стоп. Сюда. 325 рублей. Камбэк жесткий пошел, мужики. А я знал, что он меня камбэкнет. 9 рублей кейс открыл. Обалденный скин за 325 рублей получил. Хорошо. А теперь я возвращаюсь в свои любимые майнинг-кейсы. И у меня еще одна попытка. Вот только попробуй меня, гадина вонючая, не окупи. И да, я говорю гадина вонючая этому сайту, потому что я закинул 600 рублей, он ни хрена не дал. Какого черта? Извините меня, я буду жаловаться. Сюда, 5-7. С 5 рублей. Вау. 2000? Хорошо. С 5 рублей. Да, бабочки, сапфир. Блин, я, если честно, думал, что все. Я реально думал, что мы все. Вот с этого кейса мы не получили вообще ничего. Я думал, мы слили. Открываем еще на 10, поехали. Отчет от вашей трансляции готов. Бля, пацаны, залетайте ко мне на Твиче. Каждый день стримлю для вас. Выпадает азимов. А то я что-то стримлю, а у меня такое ощущение, что у меня аудитория на Ютубе, аудитория на Твиче, аудитория в Телеге — это разные люди, которые между собой не коммуницируют. Не знаю почему. Открываю ровно азимов кейса, ровно на... блин, обалдеть. На второй раз давай по 3. Еще 270, кстати, неплохо. При том, что вот, чтобы вы понимали, вначале меня вообще люто сливало, сейчас начало окупать. И это хорошо. Открой. Стоп. Да ладно. 3349, вы серьезно? Ладно. Мы только что имели на балансе 20 рублей, потом открыли, поимели 12 рублей. Из 12 рублей сейчас у меня баланс, на секундочку, 7000 рублей. Вы вообще понимаете, что происходит на этом сайте MyCSGO? Просто вдумайтесь. И ладно бы... ладно, я просто молчу.
Можно еще один азимов просто и все. Нет, больше нельзя, но и в принципе это было бы уже сильно жирно, 7000 рублей, то есть по сути ножик с 20 рублей мы выбили. Но наша цель не ножик с 20 рублей. Наша цель нож за 1,5 миллиона рублей, и это только первая часть, я не собираюсь выводить, посмотрим сколько роликов потребуется. Поехали, Сарикс выпадает уже хорошо, кстати интересно сколько он стоит, 142 рубля, это значит, что мы окупили одно открытие, уже отлично. Буду крутить по 3 раза, по 3 раза и дальше. Три раза и дальше. Сарикс пролетает и падает другой Сарикс. 304. Тоже окупили и тоже хорошо. И еще один разочек, ровно на один разочек. Поехали. 7097 рублей на балансе. Число, кстати, хорошее, 7097. И подведем итоги по этому кейсу. Сарикс майнинг окупает. И окупает хорошо. На самом деле, отлично, прекрасно, выдал очень прекрасно. Поехали дальше, открываем следующие кейсы. Это... А, кстати, хайпер это же... я что-то затупил. Мы же открывали хайпер. Он нам выдал 2000. Поэтому больше хайпер не открываем. Откроем... Ну ладно, ладно, ладно. Откроем еще на 2 раза. Потому что у нас сегодня очень хороший ролик. И чем дальше мы пойдем, тем больше у нас будет шансов. И тем будет интереснее ролик. 1928 рублей. Вы понимаете, что сейчас мы сделали почти 10 тысяч рублей с 20. Да, очень был шанс велик, что мы сольем. Но тот глок, который выпал за 320, он просто нам выиграл все положение. Мужики, если будете играть, используйте промокод папа, это самый лучший и самый рабочий промокод. У нас 8600, и мы продолжим завтра.